Всем, всем привет! Мы продолжаем расследование 44-го дела. Мы все ближе и ближе, даже так можно сказать, к 51-му. Все мы его очень ждем. Не забывайте подписаться на канал, порекомендовать друзьям, не пропускайте серии. Приятного вам просмотра, приятного аппетита или спокойной ночи. Ну а мы давайте начинаем. У нас запах смерти, дело называется, был убит Хэнк Бакстон. Он был найден закопанным в горшке и с растущим изо рта цветком. Жуткое зрелище, я вам скажу, было. Ну, дальше будем расследовать. Что нам сейчас расскажет Грейс? Владимир, вы гений, благодаря почве, которую нашли на лопатке из загородного клуба, я могу точно сказать, что ее использовал убийца. В образце почты была свежая слюна жертвы. Значит, убийца использовал эту лопатку для посадки трупного цветка в рот жертвы. Но это еще не все. В образец, который анализировал, также было подмешано средство под названием «Все долой». Ага, «Все долой»? Крем для депиляции? У меня есть такой для... неважно. О, Джонс, боюсь даже представить, чем ты занимаешься вне работы. Ну давайте вернемся к чудесной находке, которая позволяет с уверенностью сказать, что искать надо того, кто пользуется кремом для депиляции. Что ж, Владимир, ваше чутье редко подводит, но сегодня вы превзошли себя. По всем параметрам это должна быть девушка. У меня все еще нет слов, Владимир. Мы узнали, что убийца пользуется кремом для депиляции. И все благодаря вашей потрясающей интуиции и навыкам криминалиста. Ой, Владимир, я только что вспомнил кое-что забавное, что прочитал в светском журнальчике Грейс. Там была реклама «Все долой» с Кэрри Энн. Давайте-ка вернемся в поместье Бакстона. Поместье Бакстона. Нам повезло, что Кэрри Энн нет дома. Это значит, что мы можем еще раз смотреть винный погреб Хэнка. Давайте мы его осмотрим обязательно. Если бы степ трип мы все не подкрыли бы, я был с уверенностью сказал, что за 4 серии мы завершим. Но что-то мне чуйка подсказывает, что серии 5 точно будет. А я, вы знаете, не люблю долгие серии. Так, таблетница. Фонарь. Чемодан. Ну, прям все не так хорошо, как хотелось бы. Сыр. Плакат с девушкой. Любовное письмо. Чемодан и таблетница. Вот он, чемодан. Ну, не вижу я таблетницы. Да, она даже не похожа. Но я совсем другие таблетницы у нас видел. В магазине, в котором работаю, не такие уж крутые. Ух ты, какую симпатичную таблетницу нашли, Владимир. Хорошая мысль, нужно взять образец ее содержимого. А поднятый вами чемоданчик наверняка принадлежит убитому. Давайте посмотрим, что внутри. А он без кода? Или все-таки код надо открыть? Ну давайте что попроще. Делаем отсюда. Это серьезно? Хорошо, что вы взяли несколько пилюль с таблетницы, которые вы нашли в винном погребе, Владимир. Интересно, кому их приписали? Давайте проверим их Грейс, уверен, она быстро это выяснит. Думаю, да. За час. Очень быстро. Ну да, никаких кодов не было на нем. Замечательно. По крайней мере, хоть одну звезду мы сохраним. Вы нашли в чемоданчике покойного помятый старый документ? Интересно, почему он хранил его там? Что ж, у вас глаз набит на подобные вещи, Владимир.
Уверен, вы выясните, почему Хэнк не бросил его, не выбросил его в мусор. А что мы сейчас с ним делать будем? Чернилами будем, порошочком туда-сюда водить. Старый документ, который нашли из завещания жертвы. Теперь я понимаю, почему он держал эту бумагу в чемоданчике. Отличная идея. Давайте спросим у Алекса, что еще нам нужно знать о наследии Хэнка. И все. Это вся наша серия на сегодня. Но они прикалываются. Ну просто прикалываются. Я просто безумно расстроен. Да что? Это у нас третья, следующая. Ну да, 5 серий. Ну давайте хоть чуть-чуть подфармим звездочки. Так, штопор, фонарь уже был. Поднос. Любовное письмо. Сыр. А я вам скажу, мы неплохо в этот раз. Прям даже очень неплохо. Ну, слишком уж коротко. Дротик. Не вижу. Открытка. Ой, это не открытка. Вот она, открытка. Вентилятор. А где же дротик спрятался? Прям на глазах был. Ну, давайте еще разочек. Ну, вообще идеально. Ну, а, к сожалению, а что еще? Ничего, не будем же мы. Сколько там? 6 часов. За 6 часов неизвестно, что здесь можно сделать. Поэтому, наверное, на этом серии придется завершить. Блин, я так расстроен. Ну, что ж так долго будет? Хочется, наоборот, быстрее пройти. Но игра не хочет этого. Явно не хочет нас отпускать раньше времени. А все тянет и тянет. Ну ладно. Мы с этим справимся вместе. До новых встреч. Не грустите, не болейте. Всем пока-пока.